Виктор сказал, что я чувствую, что у Господа есть пророческое слово, которое Он хочет высвободить через тебя. Аллилуйя. 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 Будь сильна, церковь. Будь сильна, церковь моя, и не бойся, говорит Господь. Ибо приходит время, приходят дни, когда нужно поднять глаза свои, посмотреть и увидеть, что жатва созрела, сердца готовы. И я дал вам все, чтобы вы могли исполнить волю мою в совершенстве. Я дал вам мою силу. Я вложил дух мой внутри вас. И то помазание, которое исходит от меня, оно будет учить вас, оно будет вести вас. Оно на моем слове. Проповедуй мое слово вовремя и не вовремя. Будь моим свидетелем, сокрушая все твердыни, высвобождая то слово, на котором есть дух мой, говорит Господь. Ибо я помазал тебя, каждого из вас в это время. Не бойтесь, будьте смелыми. Входите в новые территории, входите в новые помещения, входите в новые здания. Идите на новые места, и там провозглашайте волю мою, провозглашайте путь, которым надлежит всем спастись. Это путь Сына моего, Иисуса Христа. Аллилуйя. Jesus. Слава. For the fields are white and ready for harvest, says the Lord. Ибо жатва созрела и готова для того, чтобы ее собрать, говорит Господь. And I have anointed you this day. И я помазал вас в этот день. All of you. Всех вас. To have the ability to lift your eyes and see and recognize this truth. Чтобы вы смогли иметь способность поднять ваши глаза и увидеть все это и осознать эту истину. And my desire today is that you would recognize the urgency of the time in which we live. И мое желание сегодня, чтобы вы поняли и осознали важность того времени, в котором вы живете. Reach out by faith. Поэтому простирайтесь в вере. Receive this urgency. Примите эту необходимость, эту важность. Receive this passion. Примите эту ревность, это стремление. Receive this understanding. Примите это понимание. That you may go out and fulfill my word. Чтобы вы могли идти и исполнить мое слово. Not your word. Не твое слово. My call. Но мое призвание. Not your call. Не твое призвание. My desire. Мои желания. Not your desire. Не твои собственные желания. That you may walk in such a faith that you will change the earth. Чтобы ты мог ходить в такой вере, которая будет изменять все на этой земле. For I have called you to preach the gospel. Ибо я призвал тебя проповедовать Евангелие. To raise the dead. Воскрешать мертвых. Heal the sick. Исцелять больных. Очищать прокаженных. Freely you have received. И то, что вы приняли даром. Therefore go and freely give to the lost. Поэтому настало время выходить и даром это отдавать потерянным людям. I was talking to a friend just the other day. Я буквально недавно разговаривал с другом. He was just in such pain. И он находился в такой боли. He goes to a church about 3,000 people. Внутренней боли. Он ходит в церковь, где примерно 3000 членов в этой церкви. In Minneapolis, Minnesota. В городе Миннеаполис, штат Миннесота. A full gospel church. Полная евангельская церковь. But now all of a sudden the pastor has decided not to use the word lost when speaking to pagans anymore. И вы знаете, пастор этой церкви, он почему-то решил поменять слово и заменить то слово, которое Библия использует, описывая грешников, язычников, как потерянных людей. Да, Иисус сказал, я пришел, чтобы спасти и взыскать заблудшее мира сего. Он решил заменить это слово. He says, just call them unchurched. Он говорит, давайте будем, чтобы не обижать никого, называть их людьми не церковными. Потому что я не хочу, чтобы они обижались. Don't use the word repent anymore. Потом он сказал, не используйте больше слова покайтесь. Just tell them, repeat after me. Просто говорите людям, повторяйте вместе со мной. Jesus said, if you reject me before men, Иисус сказал, если вы отречетесь от меня перед людьми, I'll reject you before the Father. Я отрекусь от вас перед Отцом моим and the angels of heaven. И ангелами небесными. And somebody may say, but that's not rejecting Jesus. И кто-то может сказать, но это же не отвержение Иисуса.
Jesus is the word. Иисус, он есть это слово. You change the word. И поэтому, когда мы меняем слово, we reject the Christ. Мы отвергаем Христа. In the beginning was the word, and the word was God. Вначале было слово, и слово было Бог. And the word is God. И слово есть Бог. For he is the same yesterday and today and forever. Ибо он вчера и вовеки, и сегодня тот же самый. He doesn't change because we want to make people feel good. Понимаете, он не меняется из-за того, что мы просто хотим, чтобы люди чувствовали себя хорошо и не обижались из-за наших слов. Leaders, лидеры, we are in a warfare. Мы с вами находимся в сражении. And we're fighting an enemy. И мы сражаемся с врагом. That so despises my Lord. Знаете, мы сражаемся с врагом, который так пытается всячески просто поставить ни во что нашего Господа. Призывает его. Вы можете присесть. Talking to one pastor. Я разговаривал с одним пастором. And he said, we've done all the statistics. И я разговаривал с одним пастором, и он сказал, мы провели все исследование статистическое. And we found out that people don't like to stay in church more than 30 minutes. И проведя это исследование, они обнаружили, что людям не нравится находиться в церкви более 30 минут. You give Jesus 30 minutes. Если ты даешь Иисусу только 30 минут, that's it. То значит, ну, неужели это все? Where's the family? Где же семья? Where's the relationship? Где взаимоотношения? Where is this stuff that he says give all? Где же все то, когда Господь говорит нам, чтобы мы отдали все, что у нас есть? If you're going to be a leader in the kingdom, если ты будешь и хочешь быть лидером в Царстве Божьем, you need to understand one thing. Тебе нужно понять одну вещь. God has called you to a higher level. Бог призывает тебя на более высокий уровень. And you say, well, no, wait a minute, I'm a believer, I'm just like everybody else. И ты можешь сказать, ну я же верующий, как все остальные. No. Нет. You're called to a higher level. Ты призван гораздо высшим уровню. A higher standard. Высшим стандартом. Because you're supposed to be the face of the church. Потому что ты являешься лицом церкви. And when people come in these doors, и когда люди заходят через эти двери, they see a leader, они видят лидера, there should already be honor on that person. There should be honor. То есть, и знаете, и увидя этого человека, они уже должны почувствовать уважение по отношению к нему. You're the face of the church. Почему? Потому что ты лицо церкви. Never forget that. Никогда не забывай. They see you. Они видят тебя. They should see a picture of Christ. Они должны увидеть в тебе картину Христа. They watch what you do and hear what you say. Они наблюдают за тем, как ты поступаешь. Они слушают, что they ты говоришь. See a pattern to follow. И поэтому они должны увидеть пример, которому они должны последовать. It's serious business. Это очень серьезное дело. Just presenting this title, this message. И я хотел бы провести некоторое время с вами сегодня, поговоря об этой теме. Building people to build the kingdom. И тема сегодняшняя называется «Выстраивая людей, мы выстраиваем Царство Божье». Building people to build the kingdom. Выстраиваем людей или поднимаем людей для того, чтобы строить царство. Now, if you see me going through my pages real quick, it's because I actually wrote a mini book, and I just want to get to some points that are in this. И поэтому, если вы увидите меня, как я буду быстро листать через страницы мои, которые здесь у меня есть, я просто буду идти по самым основным пунктам, потому что вообще-то на эту тему я уже написал небольшую книжку. Okay, I'm not confused. И я не в замешательстве. I know what I'm doing. Я знаю, что я делаю. But there's just too much for one setting. Но просто здесь слишком много материала для одного служения. I want you to go to 1 Samuel. Я хочу, чтобы мы с тобой открыли 1 Царств, 10 глава. Verse 26. Первое царство, 10 глава, 26 стих. Talking about King Saul here. Здесь говорится о царе Сауле. Saul also went unto his home in Gibeah. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву. Now watch this. И теперь смотрите дальше. Accompanied by valiant men. И пошли с ним храбрые. Now remember that phrase. Запомните эту фразу. Valiant men. Пошли с ним храбрые. Whose hearts God had touched. Которых сердца коснулся Бог. Now I know what you may be thinking. You're thinking, wait a minute, isn't this the guy that backslid?
Я думаю, может, некоторые из вас сейчас думают, подожди, а это не тот Саул, который потом отступил от Бога и ушел в грех? He ended up killing himself. Потом он закончил тем, что он сам себя поразил мечом за своим. И Давид потом занял трон. But that's him. Да, это он. But let's not forget. Но давайте не будем забывать, He did start right. Что Саул начал свое служение с правильной позиции. And that's just what I want to look at right now. И это то, на что я хочу посмотреть сегодня, сейчас. Because it says here he was accompanied by valiant men. Потому что здесь написано, что и пошли с ним храбрые люди, whose hearts had touched God. Которых сердца коснулся Бог. In this church you have a pastor. Знаете, вот в этой церкви у вас есть senior pastor, senior leader. У вас есть пастор, старшие лидеры. He's got a like a command. Central command. То есть у него есть, как знаете, центральный командный пункт. And I want you to get this picture. Я хочу, чтобы вы увидели такую картину. You were called to follow the man after God has touched your heart. Знаешь, ты был призван следовать за этим человеком после того, как Бог коснулся твоего сердца. This is not even a thing where you go to the man of God and say, okay, you teach me, you feed me, you prepare me. Знаете, и вот когда мы идем к человеку Божьему, и когда мы говорим, послушай, ты учи меня, ты готовь меня, ты давай мне эту духовную пищу. Even though that will happen. Даже несмотря на то, что так происходит. But you'll never become a valiant person. Но знаешь, но ты никогда не станешь храбрым человеком. Until you yourself in your own private time are touching the heart of God. Пока ты сам в своем личном времени, в которое у тебя есть, не будешь прикасаться сердца Божьего и позволять ему прикасаться твоего сердца. You gotta come to some place in your personal salvation. То есть ты должен прийти к такому месту в твоем личном спасении, where it's you and God. Когда это ты и Бог. Not you and the pastor. Не ты и пастор. Not you and the evangelist. Не ты и евангелист. That has to come after. Это как следствие, это приходит потом. First step. Но первый шаг has to be должен быть me and God. Я и Бог. First step in my marriage. Первый шаг в моем браке. Me and God. Я и Бог. First step with my kids. Первый шаг в отношениях с детьми моими. Me and God. Я и Господь. Because until I touch God, потому что до тех пор, пока я не прикоснусь к Господу, и Он не прикоснется к меня, be a valiant husband. Я не смогу быть вот этим храбрым мужем, или в английской Библии написано у нас храбрый, там написано человеком значимым, человеком, который может что-то привнести. I cannot be a valiant father. Я не смогу быть таким отцом. And I'll never become a valiant leader. И я никогда не смогу стать таким храбрым лидером. So I'm a man that's going after God. Поэтому я человек, который преследую и иду за Богом. And you gotta be a leader that's going after God. И ты должен быть лидером, который следуешь за Богом. Amen. Аминь. Now stay with me. Оставайся со мной. Because I want to talk as I lay a foundation. I'm going to specifically focus on one individual. И поэтому, когда я буду закладывать это основание, я хочу конкретно сфокусироваться на одной личности. And we see a picture of this guy in Acts chapter 4. И мы видим картину этого человека в Деяниях в 4 главе. Acts chapter 4, verses 33 to 37. 4 глава Деяний с 33 по 37 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. I want to show you tonight the validity of the call of God on an individual. Я хочу показать вам сегодня вечером вот эту важность, незаменимую ценность призвания Божьего на жизни человека. Now first, tradition tells us who. Remember the story of the rich young ruler? Помните историю о богатом юноше, который пришел Mark к Иисусу? Марка 10 глава. Came to Jesus. Он пришел к Иисусу и... Tradition says, вот традиция говорит, it was Barnabas. Что вообще-то это был вот этот Варнава.
Так традиция говорит. Я не знаю, так это было или нет, правда это или нет, но традиция говорит, что впоследствии это был вот тот богатый юноша, это потом был вот Варнава. Barnabas was rich. Варнава был богатым. He did have a lot of property. У него было много земель. It could have been. И может быть. And if it was, и если это был он, between the time he talked to Jesus, и если, допустим, если это даже был он, то между тем временем, когда он разговаривал с Иисусом, когда он был юношей, и до этого времени, где мы прочитали о нем в Деяниях в 4 главе, знаете, он что-то утвердил в своем сердце. I'm gonna be a valiant man of God. Он в чем-то принял решение, он сказал, я буду этим человеком Божьим, который будет следовать за Господом. And I'm gonna do whatever it takes. И я буду делать все, что необходимо to fulfill my destiny in this earth. Для того, чтобы исполнить мою судьбу на этой земле. He came, он пришел, and he gave away a great amount of properties. И он, написано здесь, отдал им большое количество собственности, которое было в его владении. This is a portrait of a man that crucified everything. Знаете, вот это портрет человека, который распял все. For the sake of the gospel. Ради Евангелия. Somewhere along the line, he got such a vision of Jesus. Знаете, где-то между строками мы можем увидеть, что он получил у нас такое видение об Иисусе, that everything became less. Что все остальное по сравнению с этим стало незначимым. Less in size, less in value, less in importance. Незначимым в ценности, незначимым в важности, незначимым в размерах. Every once in a while, I'll go on the internet. Знаете, время от времени иногда, когда я захожу в интернет, and I'll start looking at cars. И я смотрю там на машины. Because we need a new one. Потому что нам нужна была новая машина. I was looking at a Mercedes the other day. И я вот несколько дней назад смотрел там в интернете продавался один Mercedes. And my tongue came out. И мой язык он так раз вышел. Started drooling. Слюни начали течь. Eyes getting big. Мои глаза стали большими. That is nice. И я говорю, о, классная машина. But. No. I need the money for the kingdom. Мне нужны деньги для Царства Божьего. The portrait of commitment. И поэтому мы видим здесь человека, который поддержал посвящение других. See, it's an example of a man that saw the bigger picture. Видите, здесь дается нам картина, пример человека, который мог увидеть гораздо большую картину, чем просто какие-то свои маленькие вещи. Now, I gotta admit, и я хочу признаться вам. I got a new confession. Мне надо сделать новое исповедание. Even since I was here last. Даже с того времени, когда я был здесь последний раз у вас. Here's my new confession. Вот мое новое исповедание. No, it's not I'm a millionaire, it's I'm a million dollar man. Right? Mm-hmm. Different. Here's my new confession. Вот мое новое исповедание. I'm a million dollar man. Я человек на миллион долларов. I have a million dollar ministry. У меня есть служение, которое, ну, служение, как это перевести правильно? Служение больше, чем на миллион долларов. My wife heard me saying that. Моя жена слышала, как я это говорил. And she said, hey. И она сказала, эй. And you've got a million dollar woman. И она сказала, и у тебя женщина на миллион долларов. Amen. Now why do I have that confession? Почему у меня такое исповедание? Because we're being greatly challenged in our finances. Потому что, знаете, был такой серьезный вызов, сейчас мы проходим на наши финансы. На наши финансовые сейчас атаки. And doubt and unbelief wants to get my mind over there. И сомнение и неверие всегда пытается твой разум, знаете, повернуть на что-то другое. Посмотри туда. Doubt and unbelief wants me to get my mind on the circumstances. Сомнение и неверие хочет, чтобы все мои мысли были заняты только лишь на моих обстоятельствах. On the problems. На проблемах. And I gotta admit. И мне нужно признаться. If I focus on them, they look huge. И я должен признаться, если я сфокусируюсь на своих обстоятельствах, I mean, то они выглядят огромными. I mean, massive.
просто массивными обстоятельствами. Now, are they real? Но реальны ли они? Yes. Да, они реальны. But. Но. If I focus on God's word. Но если я буду оставаться фокусированным на Слове Божьем. If I transform my mind. Если я буду преобразовывать свой разум. Through the washing of the water of the word. Через то, через омывение водою Слова Божьего. Then I will be conformed into the image of Christ. Тогда я смогу быть преобразован в образ Христов. And then. И тогда. I got the problem. У меня есть проблема. But I got the truth. Но у меня есть истина. And the truth says. И истина говорит. I'm coming out of the problem. Я выхожу из проблемы. And the truth says. И истина говорит. Stay focused on the kingdom. Оставайся сфокусированным на царстве. Everyone here has got problems. Знаете, все из нас здесь, мы все имеем проблемы. But you know what a bigger problem is? Но знаете, какая самая большая проблема? In my mind. В моем мышлении. A world going to hell. Самая большая проблема у меня в голове, это то, что мир идет в ад. Ты думаешь, у тебя есть проблемы? А как насчет людей, которые уже в аду? А как насчет 200 тысяч человек, которые снова умрут уже к завтрашнему дню? So regardless of the circumstances and the problems, поэтому, знаете, невзирая на проблемы и обстоятельства, I always bring my mind back to this. Я всегда свой разум возвращаю к этой истине. I'm a man of God. Я человек Божий. I'm called of God. Я призван Богом. Preach the gospel. Проповедовать Евангелие. From the ends of the earth. До краев земли. My word says. Мое слово говорит. That Jesus has anointed me. Что Иисус помазал меня. To preach the gospel to the poor. Благовествовать Евангелие нищим. To proclaim the year of the Lord. Провозглашать лето Господне. And we as leaders, и мы как лидеры, we always have to keep that central. Мы всегда должны сохранять эту истину центральной в нашей жизни. That's who we are. Потому что это то, кем мы являемся. Proverbs 23:7 says. Притчи 23:7 там написано. As a man thinks, so is he. Как мыслит человек, таким он и является. Here's another translation. Помыслы человека раскрывают его сущность, да? Вот еще один из переводов. This is Peter Mell's translation. Это перевод Питера Мелла. That's okay, it's still biblical. Но по-прежнему библейский, все нормально с этим переводом. Watch this. Послушайте. Watch this. Послушайте. As a man thinketh right now, that is how he'll end up. Вот перевод, новый перевод. То, как человек помышляет и о чем он мыслит сейчас, это то, куда он придет завтра. Образ мышления сегодня породит образ жизни, в общем, завтра. Но новый перевод. Да, не только завтра, но. Ну да, ну и так он закончит, да. Yes. Да. New edition from Karen. Amen. Amen. Here's an example. И вот пример. Joshua. Иисус Навин. He saw the giants. Он увидел этих великанов. He saw the walled cities. Он увидел эти стены городов. Came and gave a good report. Он пришел и сказал, принес хороший отчет. Right? Правильно? The 10 spies give a bad report. 10 разведчиков, соглядатаев, они пришли с плохим ответом. And it says that the people believed the bad report. И нам написано, что люди поверили плохому отчету, плохому свидетельству от этих десятерых. Joshua 13:14, the story. И историю эту вы можете найти в Иисуса Навина 13:14 глава. And we find out, it says, they heard the report and they cried all night. И там написано, что когда они услышали то, что рассказали эти соглядатаи, они взывали и плакали всю ночь. They didn't even see the giants. Понимаете, а ведь они, остальные-то люди, они даже не видели этих великанов. They never saw the walled cities. Они даже, в числах, да, они даже не видели стены этих городов. They only heard. Они только слышали от этих десятерых. And it said they cried all night. И там написано, что они плакали всю ночь. Now we have Joshua and Caleb. И тут у нас с другой стороны Иисус Навин и Халев. They believed they could do it. Они поверили, что они смогут взять эту землю. As a man thinketh. Как человек думает сегодня. Right now. Прямо сейчас. 40 years later. И через 40 лет. That's how they ended up. Вот то, куда они пришли.
Через 40 лет Иисус Навин и Халев. So it's important what you think right now. Поэтому очень важно то, как ты мыслишь и о чем ты мыслишь прямо сейчас, сегодня. So what are we focusing on? Поэтому на чем мы фокусируемся сегодня? The crisis? На кризисе? Or opportunity in the crisis? Или же на возможностях в этом кризисе? I'm focusing on opportunity. Не знаю, как ты, я фокусируюсь на возможности. I don't know how. Я не знаю, как. И я не знаю, что это может всегда. But I'm looking for the answer. Но я ищу ответа. Not looking at the problem. Я не смотрю на проблему. See, if I focus on the problem, I can't see the answer. Почему? Потому что если я буду смотреть только на проблему, я не смогу увидеть ответ. But I know this. Но я знаю вот что. If I will build God's house, He will build my house. Amen. Если я буду строить дом Божий, Бог будет созидать мой дом. If I will build God's family, He will build my family. Если я буду созиждать Божью семью, то Бог, Он будет устраивать все в моей семье. If I protect His kids, He'll protect my kids. Если я буду защищать и заботиться о Его детях, Он позаботится и защитит моих детей. That is a perfect example of team ministry. Вот это совершенный такой пример командного служения. И мы видим это в жизни Варнавы. Знаете, его тревожило, чтобы продолжалась работа Дома Господнего. И что же первое он сделал для этого? Первое, что он сделал для этого, он принес пожертвование. And we don't ever find it recorded again about that man. И вы знаете, и мы больше нигде не находим, чтобы что-то было написано об этом человеке. He gave what he had, and God blessed him for the rest of his life. Он имел, он отдал все, что он имел, и Бог благословил его до конца его жизни. Amen. Аминь. That was the fruit that kept him going for his whole life. И это был тот плод, который помог ему идти и проходить через всю свою жизнь. Now I want you to notice something here. Я хочу, чтобы вы кое-что заметили здесь. First of all, it says his name was Joseph, but they called him Barnabas. Смотрите, 36 стих написано: его звали Иосия, но прозванный от апостолов Варнавою. And then it says, which means the son of encouragement. И дальше написано, что значит сын утешения. So we see right away that this guy had a special spirit about him. То есть мы видим, что такое особенное что-то было насчет него. He wasn't sad. Он не был, знаете, не написано, он был сын грусти. He wasn't religious. Не написано, сын религиозный. He didn't have a sad face. У него не было, знаете, грустного такого лица. He walked around encouraging everybody. Но я думаю, что он ходил и вдохновлял всех. Come on, brother, you can do it. Давай, брат, ты можешь это сделать. Come on, let's do it together. Давай, сделаем это вместе. I mean, it doesn't matter what's happening. Знаете, не важно, что бы ни происходило. He's one of those guys that first said, all things are possible. Я думаю, что он один из тех первых, кто там исповедовал, что все возможно верующему. For them who believe. Для тех, кто верует. And we see in Acts chapter 9, и мы видим в 9 главе Деяний, it begins a story about another guy. Тут начинается история о другом парне. Apostle Paul. Апостоле Павле. He gets born again. Итак, здесь мы видим, как он встречается со Христом, рождается свыше. Gets baptized. Потом, дальше в этой главе мы видим, он принимает крещение, исполняется Духом Святым. And in verse 20 it says, and at once he began to preach. И 20 стих, смотрите, написано, и тотчас стал проповедовать. Let me say it again. Скажу еще раз. Get saved. Он покаялся. Baptized in water. Был крещен в воде. Holy Ghost. Крещен Духом Святым. Immediately begins to preach. И сразу же тотчас он начал что делать? Проповедовать. No Bible school. Ready, он даже не пошел в библейскую школу. Well, actually, this guy already had it. He was ready. Но вообще-то, конечно же, надо признать, что он уже прошел библейскую школу, он уже был подкован, он был готов. Amen. He was a Pharisee of Pharisees. Потому что он был фарисей из фарисеев. But he did need to have a mind change. Но вы знаете, он понимал, что ему необходимо, чтобы его мышление изменилось. And that's why I'm sure God took him to Arabia for a few years. Вот почему я думаю, он провел несколько лет в Аравии, туда Бог его повел, он там подходил, проходил свою подготовку. Но 20 стих говорит, и тот час он стал проповедовать. You know, I'll just throw this in, it's just my opinion. Знаете, я просто сейчас скажу то, что я скажу, это просто мое мнение. I, I,
I have a feeling that was supposed to be the 12th apostle. Знаете, но у меня есть такое чувство такое, что он должен был быть вот 12-м апостолом. Because we certainly don't hear much about the guy that got in. Потому что мы, конечно же, не слишком много потом слышали о том, кого они по жребию избрали 12, да? О нем мы вообще больше не слышали. Now it's recorded that they drew lots, but it still doesn't say he, you know, he was supposed to be the guy. Да, там написано, что они кинули жребий, но все-таки нигде не написано было, что он должен был быть тем, кем он должен, ну, кем он стал. Anyway, just food for thought. Но просто это так, для размышления такого. Don't start a new doctrine. Не начинайте новую доктрину из-за этого. Don't split the church. Don't start a new church. Не начинайте новую церковь из-за этого, разделения не приносите из-за этого. And it says, all those who heard him were astonished. И здесь написано 21 стих. И все слышавшие дивились. Verse 22. 22 стих. Yet Saul grew more powerful. А Савл более и более укреплялся. I'd like to have that said about me. Знаете, я бы хотел, чтобы кто-то сказал обо мне когда-нибудь так. That every time we see Peter Mell, he's more and more powerful. Чтобы кто-то сказал, слушай, каждый раз, когда мы Питер Мелла видим, он еще и больше That's укрепляется. That's the way it should be. That's the way it should be. Это то, как должно быть. Amen. Amen. Man, every time I see that guy, he's getting sickly and weak and. Не так, знаете, как иногда мы слышим. Слушай, я каждый раз, когда этого брата вижу, он все время какой-то болезненно выглядящий, какой-то грустно опечаленный, загруженный. No, not if we're being transformed into the image of Christ. Понимаете, мы должны быть преобразованы с вами в образ Христов. Verse 26. 26 стих. And he came to Jerusalem and he tried to join with the other disciples. Савл прибыл в Иерусалим и он старался пристать к ученикам другим. And they were all afraid of him. Но они все боялись его. Why? Почему? I mean, this was a bad dude. Знаете, почему они боялись? Потому что они знали о нем, что он был плохой вообще этот человек. Bad guy. Он был плохой Everybody парень. Say bad guy. Скажите все со мной, плохой парень. Bad guy. If this guy can get saved. И знаете, но если он мог покаяться, Anybody can get saved. То любой может покаяться. Maybe even Mr. Ahmadinejad in Iran. Может даже президент Ахмадинеджад в Иране. Maybe even Mr. Obama. Может даже и для Обамы есть шанс. Although I have little faith. Даже несмотря на то, что у меня на это очень маленькая вера. Maybe even Mr. Yanukovych. Может быть. Yes, Vera. So now we have a church that's afraid of Paul. Поэтому и теперь, знаете, у нас церковь, которая мы видим церковь там, которая боится Павла. Why? Почему? He's a murderer. Потому что он был, во-первых, убийцей. He's a mocker of Christ. Он был гонителем и хулителем Христа. Just a bad guy. Просто был плохим парнем. And He goes out and preaches. И дальше он идет и проповедует. Starts a riot. Начинается там небольшой такой, знаете, бунт. Church didn't want him. Потому что церковь не хотела его принять. And там, then we see in verse 27. И мы видим в 27 стихе. Verse 27. 27 стих. Okay, mine starts no. But Barnabas took him. В английской Библии начинается так. Но Варнава же, взяв его. And brought him to the apostles. Пришел к апостолам. I want you to notice something about this guy. Я хочу, чтобы вы кое-что заметили об этом парне. Because this shows us how we should be. Потому что это показывает то, какими мы должны быть. And you say, wait a minute, I like to be Paul. И ты можешь сказать, подожди, я хочу быть как Павел. I mean, he wrote most of the New Testament. Ведь он же написал большую часть Нового Завета. Started 20 churches. Он начал более 20 церквей. The gospel of all of Asia. Он Евангелие пронес по всей Азии. I mean, the guy was like dynamite. Он был как динамит. I want to be like him. Я хочу быть как он. However, но однако, think about this. Подумайте об этом. If there would not have been a part of this. Но если бы тогда не было в жизни Павла Варнавы, никогда бы не было Павла. Аминь. So God is not so much looking for Pauls right now. Знаете, поэтому сегодня я думаю, что Бог не столько ищет Павлов. He's looking for Barnabas, Barnabases that are pour their life into potential leaders. Но он ищет Варнав, которые готовы изливать все, что у них есть, в потенциальных лидеров будущих.
So the thought so much is it, pour yourself into me. The thought for us is not, God, our thought is not, pour yourself into me. I'm talking about the church or the pastor. Mm-hmm. Поэтому наша мысль не должна быть настолько, что излей все на меня, излей все во мне, ко мне, внутрь меня. Я говорю сейчас, например, касательно церкви или личности. It's more like, God, pour yourself into me. Но должно быть, знаете, Бог, излей больше себя внутрь меня. That I can pour myself into others. Для чего? Чтобы я мог вложить то, что ты излил внутрь меня, в других. So we gotta get the me out of it. Понимаете, мы должны вот из этого исключить я, мне, мое. And we gotta get the them into it. И мы должны увидеть в этом процессе их, в кого Бог хочет, чтобы мы дальше вливали это. Because the kingdom is about building people. Потому что Царство Божие, оно фокусируется на выстраивании и поднятии других людей. So Barnabas took him and brought him to the apostles. Итак, Варнава, взяв его, привел к апостолам. And I don't know how it started. Maybe they ran into each other one day and, hey, aren't you Paul? Я не знаю, как это все произошло. Может, однажды они встретились друг с другом, и тот сказал: о, слушай, ты Павел? Yeah, I'm Paul. Да, я Павел. I got saved. Я покаялся. I got filled with the Holy Ghost. Я исполнил Духом Святым теперь. And Barnabas saw something in his life. И Варнава увидел что-то в его жизни. There was a day many years ago I met Karen. Был день много лет назад, когда я встретил Карена. 15 years old. 15-летним он тогда был. Full head of curly hair. Полная голова кучерявых волос. So it seemed like no one else believed Paul except Barnabas. Вы знаете, и казалось бы, что никто другой там не верил в Павла, кроме Варнавы. And he began to pour himself into this guy. И что начал делать Варнава? Он начал себя вкладывать в Павла. He began to be like a prophetic mentor. Знаете, он стал для него как таким пророческим наставником. I think about some of the people that I mentored over the years. Вы знаете, я размышляю о людях, для которых я был наставником на протяжении нескольких лет. And they're out there now. И они там сейчас. Different parts of the world. Они в разных частях мира. So people in Russia, Far East, people in China, in Cuba. Люди и на Дальнем Востоке, в России, и в Китае, и в Кубе. Шри-Ланка. В Шри-Ланке. And now America. И в Америке сейчас. Yeah, I'm even evangelizing America. Да, я даже евангелизирую в Америке. Amen. It's one of the most pagan countries on earth. Это одна из языческих стран на земле. Hallelujah. Amen. Maybe even America will get saved. Даже может Америка наконец покаяться и обратиться к Богу. So there's no greater joy. И знаешь, нет большей радости, than to mentor somebody. Нежели стать наставником для кого-то. И потом видеть, как они идут и продолжают делать дело Господне. И потом вернуться спустя много лет. And hear they're still serving God. И слышать, как они по-прежнему служат Господу. Что они по-прежнему там исполняют дело Господне. One young man in Sri Lanka. Один молодой человек в Шри-Ланке. About 8 years ago. Где-то 8 лет назад. I was there preaching the gospel. Я был там на Шри-Ланке, проповедовал Евангелие. I was teaching in the Bible school. Потом учил в библейской школе. And I don't go just to any country without, if I get an invitation. Знаете, и я хочу сказать, я не езжу в любую страну, куда меня приглашают. Вот просто пришло приглашение, надо поехать. I only go when God leads me. Я только еду тут тогда, когда Бог ведет меня туда. Through relationship. Через взаимоотношения с людьми. Because I don't want to waste my time. Потому что, я не хочу тратить свое время. So I flew to Sri Lanka. Поэтому я полетел на Шри-Ланку. Teaching in a Bible school. Учил там в библейской школе. There's only about 12-15 people. И там библейская школа была 12-15 человек. And all of a sudden I get a prophetic word, a word of knowledge. И вдруг во время того, как я учил, я получаю слово знания, пророческое слово для них. About a young man that was in that meeting. Об одном молодом человеке, который там был в этой школе. И я позвал его вперед. Prophesied over him. И я пророчествовал. He begins to cry. Он начал плакать. He begins to shout. Он начал просто кричать. And he said, God, you got me. И он начал кричать и говорит: Бог, ты коснулся меня. He was ready to backslide. А он уже признался потом, что он уже сидел и готов был уже уйти от Бога, вообще разочарован был, отступить хотел. Rescued his life.
Пришло спасение в его жизни. He ended up in America, going to Christ for the Nations. Потом он переехал в Америку, пошел в университет там Христос для всех наций. At least once a year he calls me. И минимум раз в году он звонит мне. Sends me an email. Или посылает мне письмо по электронной почте. I'm still serving God. И он говорит мне, я по-прежнему служу Господу. And I just want to thank you. И он говорит, я хочу поблагодарить вас. For being obedient. За то, что вы были послушны тогда голосу Господа. I was just with him last year. И я был с ним в прошлом году. And now he's back in Sri Lanka. Теперь он вернулся после учебы. Started his own ministry. Он вернулся на Шри-Ланку. And guess what he's doing? Начал свое служение. И знаете, чем он занимается? Evangelizing the villages. Евангелизирует по селам Шри-Ланки. Аллилуйя. One word in due season. Знаете, одно слово в правильное время. Rescue the life. Может спасти целую жизнь. And now he's giving his life. И теперь он отдает свою жизнь. To establish the kingdom. Для того, чтобы устанавливать и утверждать везде Царство Божье. See, most people and even most leaders do not know what the potential they have inside of them. Понимаете, большинство лидеров и большинство христиан, они до конца не знают тот потенциал, который есть внутри них. До конца не понимают. It is so powerful. Знаете, но он настолько мощен. You have no idea. Ты даже не представляешь себе. And that's why. И вот почему. I take this word. Вот почему я беру это слово. And every day. И каждый день. That's why I'm in this word. И вот почему я беру это слово и каждый And день. I'm on my face. Пребываю в этом слове. God. Вот почему каждый раз я просто лицом вниз падаю перед Словом Божьим и взываю к Богу. I want to know you. Господь, я хочу познать And тебя. And the power of your resurrection. И силу твоего воскресения. And the fellowship of your suffering. И общение и принять участие в твоих страданиях. God. Боже. Give me the fear of the Lord. Наполни меня страхом Господним. And I'm in His word. И я в Его слове. And I'm in His word. И я в Его слове. Why? Почему? It's not just for me. Оно не только для меня. It's not just for my family. Оно не только для моей семьи. It's for the world. Но оно для всего мира. I never know. Я никогда не знаю. Who I may meet. Кого я встречу? On the street. На улице. On a plane. В самолете. I never know. Я никогда не знал. And God speaks to me. Когда Бог сможет говорить снова ко мне. I was invited to preach a youth camp last week. На прошлой неделе я проповедовал, пригласили меня проповедовать в один молодежный лагерь. 7-hour drive from where I was. 7 часов езды на машине от моего города. I said, will you pay my way? И я спросил их, а вы, покроете мои затраты туда? And at first he says, well, we don't have the finances. И они сказали, у нас нет денег для этого. And I'm thinking, и я думаю, isn't the workman worthy of his hire? То есть, трудящийся недостоин ли пропитания? I'm talking about America. Друзья, я говорю об Америке сейчас. Это в Америке происходит. And God said, "Go." И Бог сказал, едь, несмотря ни на что. I wanted to say, "You gotta be kidding." Я хотел сказать, Господь, ты шутишь, наверное. I gotta drive 7 hours, be there all weekend, get back Monday, get on a plane Tuesday, and fly to Ukraine, and I gotta do it free? И потому что, знаете, Господь, ты, наверное, шутишь, мне надо сесть в машину, проехать 7 часов туда, провести выходные, уикенд. Понедельник вернуться, во вторник уже быть в самолете и лететь на Украину. So if I don't seem up to speed, I'm a little bit tired. Поэтому, знаете, когда я немножко не в той скорости, я быстро устаю. Because I just preached 3 days of in Chernigov as well. Потому что я только что проповедовал даже 3 дня подряд в Чернигове, поэтому, может быть, я немножко не в той скорости сегодня. Но... And so I went. И поэтому я поехал. I'm driving there. Я еду за рулем. Foggy, it's foggy out. И знаете, это сейчас сезон туманов, туманы сильные. I'm watching my gas gauge go down. И я вижу, как мой стрелка, показывающая топливо у меня, оно падает. Остановился на заправке, заправил газ. Watching the price go up. Бензин.
Смотрю, как снова стрелочка поднимается. And all of a sudden I had to say, okay. И в этот момент просто, ну, нужно было сказать, хорошо. I gotta get control of myself. Мне надо взять себя в контроль. Because this is about people. Потому что я еду туда ради людей. Father, I repent. И я тогда покаялся, я говорю, Господь, я каюсь. And I trust you. И я доверяю тебе. Everything I'm doing. Все, что я делаю. I'm asking for a hundredfold return. Все, что я делаю, я всегда прошу перед тем, что-то я делаю за, ну, как бы за то, чтобы это потом обернулось во 100 крат. Start driving. И я дальше поехал. Еду, молющий, который бросает. Open my Bible. Еду, открываю Библию. Driving. С одной рукой держу Библию, другой рукой руль. And after a while, faith just starts building. И знаешь, и через некоторое время ты начинаешь понимать, вера внутри тебя поднимается. Man, I can't wait to get there. И ты уже через некоторое время уже чувствуешь, как, слушай, я не могу дождаться, когда доеду туда. I am gonna beat up the devil so bad. И уже внутри тебя, знаешь, такое чувство, что ты понимаешь, что ты там просто так дашь дьяволу оторваться. 23 kids at youth camp. 23, там было 23 молодых человека в лагере. Preaching my guts out. И я проповедовал им просто всем, что было внутри меня, всей крепостью моей. They're actually from a church that's kind of seeker friendly. И все эти ребята, это вся молодежь, они были, знаете, все из таких церквей, вот этих seeker friendly, то есть таких церквей, где толерантно говорят о грехе, где не сильно часто упоминается, что Иисус единственный путь и так далее. And so I'm preaching, their eyes getting big. Я проповедую там им вот так, ну, мощно. Я смотрю, их глаза вот так большие такие становятся. But I'm there for a purpose. Но я знаю, что я там, потому что есть какая-то цель для I'm there to rescue them. Я там для того, чтобы спасти их, помочь им. I'm looking for a Paul. И я ищу среди них потенциального Павла. Looking for another Paul. Я ищу потенциального Павла. Looking for some prophets. Ищу пророков среди них. Looking for some evangelists. Ищу евангелистов среди них. And as I'm preaching, I'm looking. И когда я проповедую, я всегда смотрю в них. И позволяю Богу в этот момент говорить мне, показывать, кто And есть кто. Sudden, и вдруг the Holy Ghost spoke. Дух Святой проговорил. And I stopped the meeting. И я остановил служение. And I said, somebody here. И я сказал, есть кто-то здесь из вас. I see a picture of you right now. Я вижу картину, такое видение насчет вас. You're in front of a computer screen. Я вижу такое видение, как вы сидите перед экраном, монитором компьютера. It's nighttime. В ночное время. And I see demons coming out of the screen. И я буквально вижу в этом видении, когда вы сидите ночью за этим монитором компьютера, бесы выходят оттуда, и они просто вас так... And then I went on preaching. А потом дальше все, я высвободил это слово и дальше проповедовал. And God began to give me words of knowledge. И Бог начал давать мне слово знания. Specific. Конкретное слово знание. И я начал призывать этих ребят, которым было слово знание, они выходили все, знаете, у них челюсть отвисшая была. I give the altar call. Потом я делал призыв к покаянию. And I said, if you're not serious, и я сказал, если вы не серьезны сегодня, don't you dare come down here. Я сказал, если вы не серьезны насчет этого призыва к покаянию, даже и не смейте выходить сюда. All 23 came down. Все 23 пришли к алтарю, пришли к покаянию. And I asked them later. И позже я спросил у них. And here's what they said. И вот что они сказали. We had to come. Они сказали, нам нужно было прийти. Because what you were saying was true. Потому что то, что ты говорил, это истина. About my life. Касательно моей жизни. Another one came up to me and says, do you know every one of us? I've never met you. Один из них подошел ко мне и говорит, слушай, а ты что, всех нас знаешь лично, потому что я тебя вообще никогда до этого не видел. I said, God knows you. Нет, я сказал, нет, послушай, Бог знает вас. And he sent me to rescue you. И Он послал меня сюда, чтобы послужить вам, чтобы спасти вас, сохранить вас. And I'm praying for him, laying hands on him. И я начал даже молиться, возлагать руки на них. All of a sudden I hear somebody just bawling in the corner. И вдруг я слышу, как кто-то в углу начинает сокрушаться. Crying, просто начинает плакать весь, ну, просто Дух Святой так сильно его сокрушает. Oh, God, forgive me! И я слышу, как он начинает кричать, Боже, прости меня!
знаете, такое покаяние. And after everybody left, и после того, как все ушли с этого собрания, she came to me. Она подошла ко мне. That was me. И она говорит, это была я. Ну, это видение с компьютера. I'm so ashamed. Она говорит, мне так стало стыдно. And I said, did you repent? И я спросил у нее, а ты покаялась? Oh, yes. Да, она говорит, да, я покаялась. Аллилуйя. Аллилуйя. This is not limited to a few of us. Понимаете, и вот это не ограничено только некоторыми из нас. Every one of us. Каждый из нас. But you gotta reach out and take it by faith. Каждый из нас, мы можем двигаться в этом, каждый из нас, мы можем служить в этом, но мы должны просто протянуться и верой войти в это, взять это. If we can only preach with intellect, знаете, если мы только можем проповедовать даже нашим интеллектом, how sad. Это грустно, если мы только проповедуем, основываясь на нашем интеллекте. But if we preach with the anointing, но когда мы проповедуем с помазанием и под помазанием, all the pressure, все давление уходит. All the pressure's off. Все давление, оно просто free. Уходит. Just свобода free. Приходит. Just свобода. Free. Просто свобода, ты течешь в свободе. Second day. Второй день. Having lunch. Второй день мы на обеде. Talking to one of the leaders. И я разговариваю с одним из лидеров этого молодежного What are you gonna do tonight? И я говорю, что ты будешь сегодня вечером делать? I'm gonna get people filled with the Holy Ghost. А он меня спросил, а какой план на сегодня вечер у тебя? А я ему говорю, сегодня вечером все будут исполняться Духом Святым. They're gonna speak in tongues. Они сегодня все будут говорить на иных языках. I thought he would say, Hallelujah. И я подумал, знаете, что его реакция будет такая, что Hallelujah, да, давай. He said, и он сказал, а его реакция была такой, I don't speak in tongues. А я сам не говорю еще на языках. Это их лидер. And I would just... А я кушал, и в этот момент, когда он это сказал, я, а, что? Ты сам не молишься на языках? You gotta be kidding me. Ты что, шутишь? And he said, no. Он сказал, нет. I've never been able to figure it out. Он сказал, нет, ты знаешь, я просто вот, ну, никогда так и не смог до конца понять, как это работает, говорить на языках. I said, that's your problem. И я сказал ему, ну вот в этом твоя проблема. You're trying to figure it out. Ты пытался понять, как это работает. So I went back to my room and I'm thinking, man. Я вернулся после обеда в свою комнату и думаю, слушай, ну ничего себе. God, I got a big job tonight. И я сказал Господу, я говорю, Господь, сегодня вечером предстоит большая работа. Because he was the picture. Почему? Потому что он, этот лидер, для всех остальных был этой картиной, на которой, ну, образом, на который они смотрели, подражание. So I go there the next night. И поэтому я иду туда следующий вечер. Praying during the day. Молюсь в течение дня до вечера. God, I don't know who's gonna be before me. И я говорю, Господь, я не знаю, кто сегодня будет, кто вообще эти ребята. Но если ты покажешь мне, кто они есть, I can rescue them. Я смогу помочь им, спасти. So I began to preach that night. И я в этот вечер начал проповедовать. I mean, just preaching my heart out. Знаете, и просто от сердца вот проповедую им. And I did the same thing. И я сделал то же самое. I said, if you're not serious about receiving the baptism in the Holy Ghost, я сказал им то же самое. Я говорю, если вы не серьезны насчет принятия крещения Духом Святым, don't you dare come down. Даже не смейте приходить сюда. Most preachers are the opposite. Знаете, но большинство проповедников, они противоположно говорят. Anybody raise a hand? Все поднимите руки. Okay, no hands. No hands. Хорошо, нет. Can you blink? Can you blink? Everybody blink. Никто не поднял руки. А, ну хотя бы поморгать вы можете? Поморгайте, пожалуйста. No, scratch your nose, something. Или почешите нос. Ну как-то, что-то сделайте. You see, because I want people that are serious. Нет, друзья, мы хотим, чтобы люди, когда выходят сюда, они были серьезны, имели в виду то, что они делают. So does God. И то же самое Бог. All 23 stood. И вдруг все 23 встали. Came forward. Пришли вперед. For one and a half hours. И полтора часа, следующие полтора часа. Just pounding the devil. Просто мы там забивали гвозди в дьявола. Why? Почему? Because I knew I had 23 potential Pauls. Потому что я знал, что передо мной стоят 23 потенциальных будущих Павлов. And you gotta begin to look at people differently. И поэтому ты должен сегодня начать смотреть на людей по-другому.
Yeah, maybe they're a problem now. Да, может быть, они в проблемах сегодня. But if you, through the Holy Ghost, get a vision of who they are. Но если ты через Духа Святого получишь картину, видение того, кем они на самом деле могут быть, your life will be changed. Твоя жизнь может измениться. Their life will be changed. Их жизнь может измениться. So I'm there. Okay, here it is. Okay, я там стою. Говорю, хорошо. Вот оно. I'm gonna pray. Я буду молиться сейчас. And I went through the book of Acts. И я немножко по книге Деяний их провел. You know, Acts 1. 1 глава, 1:8, 2:4, 10, 10 глава, 19 глава, 1-9 стих, и так далее, так далее, так далее. So when I lay hands on them, и когда я сказал им, когда я возложу руки на вас, first kid, на первого, кого из вас возложу, возложу руку, he begins to shake. И первого, на кого я возлагаю руку, его начинает трясти. I can see it getting tense, just... И я вижу, как, знаете, у него напряглись все скулы. И вдруг он had the microphone there. И я сразу микрофон подставил, и я слышу, как будто это прорывается. Прорвался, короче. Хорошо, теперь ты. You lay hands on him. Хорошо, говорю, теперь ты заговорил на языках, возлагай руки на него. Hold the microphone. Hold that microphone. Держи микрофон. Держи микрофон. You lay hands on him. А теперь ты возлагай руки на него. He lays hands on the other guy. Он начинает возлагать руки на соседнего человека. Тот того начинает трясти. You lay hands on him. Потом говорю, хорошо, теперь вы двое возлагайте руки на этого. Get over here. И я их начал звать. Yeah, he had blonde hair with green stripe and I mean just. И один из этих парней, у него было, значит, он был, ну, желтые волосы с зелеными полосками, короче, каких только там цветов у него на голове не было. He was like Joseph with the multicolored coat, but he had a multicolored head. Знаете, как Иосиф, да, написано, он ходил в разноцветных одеждах, так и этот был в разноцветных волосах. So they lay hands on him. И они возложили руки на этого разноцветной головы. Он получает Дух Святой. Я повернулся в этот момент, посмотрел на одну молодую девушку, она на меня вот так смотрит. Вот он идет ко мне. И она принимает Дух Святой. Начинает плакать. Два молодых человека падают на землю. И Бог просто двигался в этом собрании. Это было сражение. For hour and a half. Полтора часа. Just keep telling, don't stop. Продолжал я их вдохновлять. Не останавливайтесь, не останавливайтесь, не останавливайтесь. Fighting for their lives. Почему? Потому что это было сражение за их жизнь, за их будущее. So many people won't even fight for their own life. Знаете, а сегодня так много людей, которые даже за свою собственную жизнь не сражаются. And you may find out that in the beginning you got to fight for theirs. Но ты должен обнаружить и увидеть, что вначале тебе, возможно, придется сразиться за чью-то жизнь. And then you teach them to fight for others. И потом ты учишь их сражаться за других. Had a young friend that, actually my friend's nephew went to work for Benny Hinn last year. И вообще-то вот один из племянников моего друга близкого, он в прошлом году начал работать в служении Бенни Хинна. Did I tell you that? Я рассказывал тебе, нет? Okay, so he worked for Benny Hinn, 20-year-old kid. 20 лет этому парню, и вот 20-летний парень, он пошел устроился работать в служении Бенни Хинна. Personal attendant. Он был личным, как этим, не секретарем, а... Ну, короче, человеком, который там надо, что надо, пойди туда, приди сюда. He's the one that said, give me a cup of coffee. Да, он тот, кому ты говоришь, принеси мне стаканчик кофе. В общем, да, пойди туда, приди сюда. He's the one when Benny would go, Shaka! And they fall down and he says, pick them up. He's the guy that picked them up. Да, он тот, когда, знаете, Бенни Хинн говорит, возлагает руки, и человек падает, а потом Бенни Хинн говорит, поднимите. Вот он из тех парней, которые поднимают потом людей, которые падают. Okay, so he worked for Benny Hinn, flew with him all around the world. И он начал работать на Бенни Хинна, летает с ним по всему миру на все его крусейды. A few months ago, Reinhard Bonnke was on Benny Hinn's airplane. Несколько месяцев назад Рейнхард Бонке летел в самолете Бенни Хинна. And God spoke to him. И Бог проговорил к нему. And he asked Benny, I think, you know, is it okay if I would take him as my personal attendant? И Бог проговорил к нему, к Бонке в самолете, и он обратился к Бенни Хинну и говорит, Бенни,
Слушай, а ты не возражаешь, если я этого парня возьму к себе, чтобы он, ну, служил со мной, послужил со мной в команде? So now he's working for Reinhard Bonnke now. И теперь этот племянник моего друга работает уже в служении Рейнхарда Бонке. I said all that to say this. И вот я все это вам рассказал, чтобы подвести вот к этому. I asked my friend, well, what does he do? I mean, what does Reinhard Bonnke talk about when they're together? И я спросил этого моего друга, я говорю, слушай, а вообще, какой Рейнхард Бонке? О чем он говорит, когда вы вместе, вдвоем, вот, когда вы общаетесь, каков он? He said, when it's just me and him. И он сказал, ты знаешь, когда вот остаемся я и Рейнхард Бонке, вот когда no мы вдвоем, когда больше нет, никто нас не отвлекает, никого больше нет. He talks about one thing. Бонке всегда говорит только об одном. Souls. Души. That's all he talks about. Души людей, это все, о чем он говорит. For hours. Часами он говорит об этом только. For hours. Часами. We walk the dog. Мы, говорит, с ним, допустим, прогуливаем его собаку. Talks about souls. Он говорит о душах. Crusades. О евангелизации. Reaching the world. О достижении мира. That's his vision. Потому что это его видение. And we have to have something so affect us. И вы знаете, и мы должны иметь в своей жизни что-то, что настолько также может повлиять на нас. It affects our entire life. Что это просто будет влиять на все наши сферы нашей жизни, на всю нашу жизнь. And that's what we see, that's what we breathe. И это будет то, чем мы дышим, это будет то, что мы видим все время, это то, чем мы живем. And I got done with that second night. И когда я закончил вот служить этим ребятам молодым во втором вечере, мы сели. And one by one, the kids. И один за одним эти молодые люди. Tears in their eyes. Они со слезами на глазах. They couldn't even put it to words, except they would just say, had to read their lips. Знаете, они даже не могли уже по-английски говорить, потому что единственное, что я мог прочитать по их устам, это thank you, спасибо. Thank you, thank you, спасибо. And walk away. И потом они каждый расходились уже по своим номерам. And usually they, you know, especially in youth camp, often they had. They'll have games or something, you know, and they go do fun things. And... Да. И обычно, знаете, на молодежных таких лагерях, на молодежных таких встречах после служения молодежь потом что им нравится, там развлечения какие-то, да, поиграть во что-то, чем-то поразвлекаться, там что-то посмотреть. Not that night. Но в этот вечер они этим не занимались после такого служения. Pastor said, "What do you want to do?" Пастор спросил, а что ты хочешь делать дальше? Он их спросил, молодежь, что вы хотите делать сейчас после служения? Они говорят, ничего. So I'll be alone. Мы хотим остаться наедине, уединиться. That's what happens when God shows up. Вот что происходит, когда Бог приходит. That's why you and I as leaders have to be valiant people. Вот почему мы с тобой, как лидеры, мы должны быть теми людьми, чьи сердца прикоснулся Бог и которые влияют на других, то есть людьми значения. That have touched the heart of God. Которые прикасаются к сердцу Бога и сердца которых касается Бог. If we can do that, если мы сможем с тобой сделать это, we can change lives. Мы сможем изменять жизни других. Аминь.